Ну, сейчас мы это и узнаем. Тут много тачек покидали. Кто-то даже умудрился на бок положить. Вот и по сторонам, может, кого увидим. Где-то Так, тачка справа. едет. Ладно, там справа. Это на 15 где-то впереди меня. Может, там камень лучше занять? Блять, СКС где? Камень. Камень сзади. Камень на 345. Ага. Надо, чтобы перепады высоты были, понимаешь? Ну, нормально-то, наверное. Нет, не сам камень, а вот тут где-то. Возле так, камня, да. Чтобы хотя бы спрятаться можно было. Есть камень чуть правее, который, но он поменьше. Чуваки тут могут со всех сторон пойти. Давай я направо буду смотреть, а ты и назад, а ты вперед. Так, те тачки сейчас сузит зона, где куча машин была. Кемпят где-то все. Угу. Тоже валяются, так в траве, знаешь. У тебя гранаты есть? Да, одна. Тебе дать? Ну, у тебя одна. Не надо. Вот что-то так и не нашел ни одну. Я все вижу. А дым есть? О, ебать, круг возле нас. Бля, направо надо смотреть, справа выстрела. Подползай ближе, пока есть такая возможность. У нас тут 11 живых, это 5... 5 команд против нас. Смотри 4. Вперед, я назад буду смотреть. Угу. А какой назад? Тут никого не будет. Надеюсь. Я тут сейчас вот за пригорочком стану. А второе оружие у тебя какое? У меня калаш, да. Ну, у меня на этом колбаса висит, так поэтому... Я что-то замечаю, когда ты с колбасой ты стреляешь, так тебя очень... Ну, люди вообще не понимают, откуда по ним стреляют. Это да. В большинстве случаев. Хотя вроде... Всё, ждём, пусть стреляются. На меньше работы. Ну, там, походу, завали... Так, подожди. Это мне кажется. Я тебе говорю, дальность отрисовки убирай нахрен. На минимум. Угу. Это нихера не видно будет. Я только текстурки увеличил. Хотя это и то плохо. Слышь, посматривай на ИС, мне кажется. Это мне показалось, что там кто-то был. С Е? А, надо... А, бустануться, что ли, нет? Да, бустанись. Слева, да, слева там стрельба. О, я вижу одного. Ага. И справа. Ну, нам не надо вылазить до последнего. Угу. Ну, сейчас могут к нам перебежать, потому что здесь ближайшая позиция. А слева. Не, пока слева. Они лупятся, да, нам, да, нам да. Проще. Они слева, И впереди где-то. Да, я S, вижу одного. На S. А, на СВ на 210. Слышь, мы опять возле круга. Занимаем тут еще поближе. Егорочек. Вообще идеальная позиция. Главное, блин, не затупись. Это да. Ползай поближе. Все равно там слева уже никого не будет, потому что... Трое осталось, трое. Ага. Они где-то на СЕ. В низине. Угу. Ну, вроде СВ там, да, вот. Они могут, короче, еще и побежать, оббегать нас, так что ты и направо посмотри, и налево. Угу. О, вижу, один ползет в траве. На СЕ. Это твой, у меня глушителя нет, это твой будет.
убил. Угу, двое осталось. И чуваки, да, там еще откуда-то на 165 по нему стреляли. Тоже нас сасывали. А, по нам. Это не по нам, это по нему было. Но они не поняли, что он еще мертв. Ну все, ждем. У нас круг, понимаешь? Пускай сами к нам подползают. У нас... Вижу одного. Угу. Гранаты кидать. Ага. Они туда оба перебежали. Я гранату послал. У меня 5 патронов на скаре, я беру калаш. С колбасу на него навешан на калаш. Их зона сейчас сожрет, они в зоне. Ну так все, ждем. Блять, нас зона сожрет. Ага, они сейчас убегать будут. Граната пошла к нам. Они сами себе смоук сделали. Я сейчас коктейль туда кину. Ай-яй-яй, по мне лупят откуда-то. Блять, где? Справа. Положил одного. Убил. Остальной где, блядь? Вот где-то здесь, на 75. Сейчас себе меточку поставлю. Слева, блядь, что ли? Вот здесь вот он где-то. Ну, я не знаю, я... Мне кажется, его... Где? Кто? Не знаю, я по кустам стрелял. Я вижу его. Победа! Топ-1! Топ-1! 701 дали, тебе сколько? 814. Я 8 чуваков смаслил. Да я двоих, ну тогда, видимо, на спауне. Ну ты одного на спауне смаслил, да. Похоже. Ну вообще-то я его просто ранил. Не знаю, мне засчитало только двоих, что за бред. Лол. Шикински. Вот так вот надо играть, пап. Угу.